Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале Magic.ru. Сейчас мы на выставке в Шанхае, это MIMS Шанхай 2023. Здесь колоссальное количество павильонов. Сегодня мы обходим павильоны, где продают запчасти, а завтра пойдем там, где продают масла, всякие разные смазки и так далее, что нам более интересно, конечно. Огромное количество, конечно, здесь экспонентов, думаю, что тысячи, может быть, даже несколько тысяч. И причем здесь выставляются только те, кто может себе это позволить, не все фабрики. Здесь очень много есть крупноузловых деталей, которые продают и производят местные фабрики. Двигателя, аналоги Volkswagen, двигатели, аналоги BMW, тойотовские, раздатки различные, такие вот агрегаты подобные. Вот, ну я уже не говорю там по производителей химии, фильтров, вернее, фильтрующих элементов, колодок, прокладок и так далее, там подшипников и т.д. и т.п. Здесь делают и производят абсолютно все в Китае. Поэтому тут интересно, конечно, походить тем, кто занимается запчастями. Мы, конечно, в первую очередь интересуемся маслами и химией. И у нас еще завтра будет день полноценный по этой спецификации. Пока вот ходим и глазеем на запчасти. А я специально размещу нарезки из видео, если кому-то интересно, кто-то не посетил эту выставку в этом году, потому что те, кто ищет запчасти, может быть, не имели возможности сюда приехать. Я размещу на канале у себя много нарезок по видео. Посмотрите, там будут бизнес-карточки компании, которые, возможно, будут интересны вам. Вот, свяжитесь с ними сами. Не благодарите, это бесплатно, фри. Самое интересное припасу для себя и вам не покажу. Всего здесь где-то павильонов, наверное, 8, и причем они делятся еще на подпавильон, то есть, смотри, 8.1, 8.2 и так далее. 8.1 – это первый этаж, 8.2 – второй этаж. В общем, в итоге павильонов больше 10 точно. Здесь, кстати, еще есть еще и где выставка автомобилей происходит. Мы до нее еще не дошли, но она есть. Тоже, наверное, будет интересно посмотреть. В общем, ждите видео. Видео будут выходить следующие 1,5-2 недели. Смотрите, не пропускайте. Кому эта тема интересна, думаю, что будет еще одновременно и полезно.